Меня зовут Лёша. Я лишился девственности в 23 года. То есть еще 2 года осталось. Но я уже занимался сексом, на самом деле. А вы что посмеялись? Я как зверь ебусь. Да, раненый. Мне просто... Ну, мне не все позы доступны. Они у меня как в компьютерной игре, черненьким отмечены. А ключи на первых уровнях проебал давным-давно. Там как-то хитро надо было запрыгнуть, я не понял. Потому что дело в том, что моя девушка пышная, а я жирный. Вот, кстати, ваше равноправие ебучее, потому что... Девушки пышные, так, а мужчина в лучшем случае тучный. Но вот вам секретик, тучки плачут. Тучки грустные. А пышки вкусные. Моя, по крайней мере. Мы с ней как два кусочка пазла, но оба с бугорком, понимаете? Нас трудно соединить. Да это все от того, что полового воспитания нет никакого у нас. Я из Татарстана сам. Конкретно из Елабуги. И в Елабуге никто не занимается половым воспитанием. Там все заняты тем, что катаются на социальном лифте. Да, снизу вниз. Единственное половое воспитание, которое у меня было, это когда родители подарили мне книжку «Энциклопедия для настоящих мальчиков». Я потому что раньше, видимо, был, блядь, Пиноккио, и это... В этой книге было 2 главы больших. Первая называлась «Мода. Как правильно одеваться». Ее я прочел. Кстати, можете... А вторая называлась «Друзья. Как правильно разговаривать». Я бы эту книгу назвал «Как разговаривать и одеваться так, чтобы тебя точно отпиздили в Елабуге». Я на сексе уже свихнулся, потому что он меня постоянно окружает, но я его не могу взять, потому что он чужой. Я в общежитии жил очень долго, и мой сосед по комнате постоянно водил свою девушку, и они занимались сексом ночью, пока я сплю и не вижу. Откуда я это знаю? Что я не сплю. Секрет прост, потому что под это невозможно уснуть. Ну, типа час ночи, и в метре от тебя начинаются эти звуки секса, типа... Блин, Миша, ты дурак? А вдруг они не спят? Я из темноты как Пеннивайз смотрю на них вот так. Ночевал у друга как-то раз, и он привел свою подругу, и они занимались сексом ночью. Потом ночевал своего друга гея, и он привел своего друга гея. И они занимались сексом, и походу я Купидон. Только очень странный, который такой... При мне трахайте сразу, пока я не отвернулся.